Всем привет! И вы меня спрашивали, какой программой я занимаюсь, в какой я программе монтирую. Первая программа – это Кайнмастер. Показываю. Выбираем слой. Серьезно? Все понятно. Заходим в мультимедиа. Как сделать кадры, я расскажу в другом видео. И выбираем. Например, вот такой случай. Такой. Разобралась. Вот это добавляю. Потом. Выберу фонс. Вот здесь. Тут я выберу текстовые переходы. Выбираем аудио. Например, Деспасито. Но говорю сразу, у нас клип неполноценный, потому что он, как видите, идет 1 минута 32, а песни больше. Смотрим, что у нас получилось.